Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, у нас сегодня инди-хоррор, представляешь, опять прям идут одни за одним штабелями вот так вот одни инди-хорроры, некоторые хорошие, некоторые нет, а сегодня называется инди-хоррор Emily Wants to Play, то бишь Emily хочет поиграть. Ну аж если Эмили хочет поиграть, чего ж мы ей как можем отказать, что ли? Ни в коем случае. Давай, Эмили, поиграем с тобой. Посмотрим, что там за игрушки, прятки, раскладки там эти. Покер. Ой, привет! Пицца's here! Это пицца пришла! Бля! Действительно! На правую кнопку, значит, это. На мышку лук. А, окей. Ясненько, все. Что там было? Так, значит, ВСД для этого, Shift бежать, интерактировать, увеличивать, фонарик, если у тебя есть. Окей, а что-то у меня нет. Ну, конечно! Эмили, я понимаю, что ты тот еще игру, но... Ты давай с этим завязывай. Подожди, я не хочу никуда... Здорово. Сначала давайте обыщем то... Оу! Тихо, тихо, тихо! Сука какая. Ой, страшно ты как, она бегает что-то непонятно где, я уже обосрался. А чё, это весь свет здесь? Херово. И чё это? Какие-то письмена. Гоняет, бегает, пугать меня хочет, прикинь, ведь пугает, падла. Эй. А, окей. Так, давай-ка поиграем в полночь. Не хочу, давай-ка поиграем прямо сейчас. Так, выбери пиццу, доставку. Ну, видать, она выбрала. Здорово, это что? А, я думал, это очки. 3D очки, прикинь, оказывается, нет, это этот, как его, мафон, видать, переносной. Опа, все, бери! Бери нахер, бери! Не, а ты подумал, я Эмили буду резать? Ну, не, ни в коем случае. Так, возьми новую дверь. Положи Эмили медицинские припарки. Окей. Так, рано. Рано сюда соваться, там гараж. Я говорю, взять надо было это, чтобы Эмили там пиццу порезала. Она же, наверное, из-за этого обижается. Ну, охереть теперь. А здесь свет... Нет, подожди-ка, я туда не того. Мне надо фонарь где-то найти. Эмили поиграть хочет. Что-то она как-то странно играет. Это что, чехарда какая-то? Мне надо было догнать ее и перепрыгнуть через нее, наверное. Она же ползла на карачках. Я должен был догнать и попрыгать. Вон она. Эй! Дай фонарик, поиграем. Я просто без фонаря не буду с тобой играть, я без фонаря боюсь. Я сейчас приду, подожди меня там. Идем к ней. Все, она, видать, баба хорошая, добрая, а мы что ее пугаемся в конце концов? А, это то же самое. Понял, ладно. Ну, пойдем. О! Дядь Клоун, здорово! Тихо, 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 тихо. Хорош, завязывай там. Мне фонарь нужен, я не... Тут стекло разбит. Зеркало разбили, блин, ну их неудачу, ребятки. Ну, зеркало нельзя разбивать. Зеркало разбиваешь, это же все, неудача тебя ждет. Почти пожизненная, может быть и нет. Да нет, не пойду. Где фонарь-то? Вот он! Здорово. Ну все, вот он, пожалуйста. Это она угорает. Вот он, пожалуйста, зеркало разбили, сразу синий... А, это мужик убежал. Сразу синий экран, видали, нет? Так-то, нехера, нехера зеркала-то разбивать. Открывай. Во, уже хорошо. Опачки, что это? А, я взяла беспокойство о моих друзьях, я сделаю их счастливыми. Не разворачивайся. Готов? 3, 4. Ха! Тряпочные записки даже напугать не могут как следует. И клоун убежал. Все убежали. Куда все убежали, ты? Вы думаете, я вас боюсь, что ли? Хер вам, поняли? Так, спокойно. Это полночь! Ну и что она мне дает? Она хотела поиграть со мной в полночь, а поиграем. Я думаю, они хотят убить меня. И букву П.
И что это значит? Ever since we moved in, Emily started acting different. She really liked our old house, but we had to move. I guess it really stressed her out. I don't know. Так, что-то про Эмили, я не понимаю, что-то про нее там рассказали, что она типа что-то двигается, то ли не двигается, то ли что-то типа того. Тихо! Полиция кого-то там ищет. Я просто хочу поиграть! Где же она? Она где-то там, я не знаю, сейчас найдем. Ну хочешь поиграть, так поиграем сейчас. Пойдем, Эмили, я же не злой, мне же не жалко. Я же поиграю, что мне, ну? Да хорош там бубнить-то в конце от концов. Я всего лишь хочу поиграть с девчушкой. Эмиль, а что свет весь подключала? Дурная, что ли, совсем? Не надо так делать никогда. Свет должен быть включен, Эмили, в конце от концов. Страшно же без света ходить. Сама же обострёшься. Во! Делов-то. Давно бы так делала, да и все. Чё ты какая? А где она? Сука, пропала куда-то, прикинь. Эмили, ты где? Эмиль, давай поиграем. Я же не могу с тобой играть, когда тебя рядом нет. Играть же надо вдвоем, понимаешь, нет? Опа, вот и все. Так, а я где-то здесь ходил, не ходил? Нет, здесь я вроде все обрыскивал, да? Ты хорош свет-то выключать, девчушка, это не смешно. Я тебе говорю, завязывай. Завязывай, говорю, давай выходи. Поиграем в эти вон там догонялки. Или догони меня кирпич. Во все угодно. Пойдем поиграем. Че ты, ну? Выходи давай поржем. Во! А, в конце иметь каких-то друзей. Это в подвале. Честер, Кики, мистер Таттерс, я, друзья. Ну и все, сейчас приду, Эмили. Ну, сейчас в четверанька, да прям хернем с тобой. No one will help us. No one can help us. This house had a basement in it. We made a place for Emily down there. My husband hid the entrance so that no one can ever find it. Короче, что-то Эмили играла со своими друзьями в подвале. Мой муж что-то туда пошел, и либо его никогда, больше никогда не нашли, либо он никого не нашел там. Что-то одно из двух. Это не открывается. Ну, хер с ним. Пойдем, Эмили, где ты там? Ну? Опа! Это дура какая, ну! Все случилось, давай еще разочек. Ну, я неправильно что-то сделал, да? Ну, вот я подобосрался-то сейчас. Нихера себе она налетела. Я тебе не прошел, что ли, получается? Континуя и... Ну, смотри, фонарь у меня есть. Ладно, хорошо. Вот она налетела на меня, стерва. Ой, так и обосраться недолго. А что надо было сделать-то? Во-во-во, стоять! Сука! Я догнал тебя, гребаный скример! Стой, падла! Иди сюда! Ты сука! Я понял, все, мурашки, смотри! Все встало дыбом, смотри, все в мурашках опять! Падла! Я все равно тебя выиграю сейчас. Возможно, надо как-то сделать так, чтобы она, короче, на меня налетела. Я ее обогнал с этой стороны и побежал с другой. Весь волосы дыбом все стоит. Смотри, как очень хорошо, красиво. Давненько такого не было. Представляешь, что мы прям блять, аж трясло ты всего. Ой! Ух, меня ж мурашки пробрали. Ну, падла, ну, тварь, ну, иди сюда, скотобаза, иди сюда, сказал. Открываем, быстренько, сучка. Где ты? А, попалась, тварь. Так, а что ж делать надо, подожди-ка. Так, слышь. Подожди, давай логично как-то пораскинем мозгами. Она там. В прошлый раз мы, по-моему, немножко дольше продержались, потому что я пытался от нее бежать. То есть, если я сейчас прыгну, встану в одном из углов, она побежит на меня, и я ее в это время обойду, то я выиграл, да? Пошли, сучка. Да нет! Ну, видать, что-то неправильно. Может быть, надо собрать всех ее друзей? Всех друзей собираешь и идешь к ней играть. Пятером, четвером. Она одна, и нас... Я, мистер Твистер, этот, и Кикити и Пипити. Что-то там. Я помню, что был чей-то друзей. Ладно, хер с ним, открывай. Нет, хер с тобой. Так, пойдем.
Понятно. Пойдем найдем друзей. Так, друганы, вы где? Давай по барику. Все, хорош, друганы, я иду вас искать, и мы идем с вами вместе. Ой. My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know it's all about Emily. I can't tell him anything about that. Что-то там кто-то ей помог справиться с ее депрессией. Она не знает как, но что-то типа того. Ну и что ты открыла мне шкаф? Я видел это. Где же твои друзья, Эмили? Скажи, пожалуйста. Я бы с радостью пошел с тобой играть вместе с ними. Но ты что-то мне прям не даешь. Пойдем. Стопы! Я тебе сейчас. Где ты? Где ты, сраная сосиска, ну? Нет нигде, прикинь. А где же ты, Эмили? Пошли. Что-то выключает, что-то включает. Сама по себе включает, выключает. А ведь здесь нет нигде. Она где-то там. А что ж с тобой сделать надо? Послушай-ка меня. Внимательно. Ну, она убежала в стену. Она, значит, через стену телепортируется. Это уже хорошо. Ну, что нам это дает? Вот это непонятно. В подвал типа пока рано, да? То есть в любом случае она нас в подвале убьет. Тогда чего же сделать надо? Ну етить, твою мать. Ну сразу можно было мне это... Покрупнее-то жирным шрифтом-то, болтом бы написать-то, ну и все, делов-то. Тогда я ничего не понимаю. Было написано «Не смотри на нее». Я не смотрел. Это странненько, подожди. Это странновато, не смотри, говорит, на нее. Ну не смотрел я. Пойдем еще раз не посмотрим. Просто должны же быть какие-то варианты, ну. Это что-то новое было. Это рожа, вообще не было такой рожи никогда. Там, видал, какая-то новая рожа появилась. Охереть. Прикинь. Смотри. За мной какая-то хербарыга ходит, смотри. Ха, слышь. Эй, куклё. Алло. Ха-ха, ты за мной ходишь-то? Она вообще из ниоткуда появилась. И пропала в никуда же. А что ты от меня хочешь, слышь? А что такое? Они не беспокоятся обо мне, никогда не любили меня. А что ты? А что мне с тобой делать-то? Ты... Пошла ты в жопу, слышь? Чё ты, обнимашку хочешь, на? Таким ростом и открытым ртом тебе обнимашка не светит, запомни. А может тебя отвезти в этот надо, в дырку? Точно, смотри, слышь, пошли. Отвечаю, пойдем, поехали, погнали. Идешь, нет? Пойдем, говорю, пошли. Don't look at her. Ну, на хер вообще на чужой смотреть не надо, если ты не занимаешься этими делами. Идешь, нет? Пошли, погнали. Алло. Во-во, правильно, правильно, не смотрю. Окей, заходи туда. Иди в дурку, иди вниз. Иди, 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 давай, отвернулся я. Ты зашла, нет? Да бляха ты тупая, обходи диван. Иди сюда. Давай, опа. Во, пойдем, пойдем, пойдем. Опа. Идешь, нет? Ну, все правильно, молодец, пошли. Ты че, блядь, Карин, тупая делаешь-то, ну? Нихера ж себе. Залетела. Вот те раз. Кофеек. Охереть.
И где ты? Слышь? Я типа должен пройти опять то же самое, да? Ну окей, давай. Где ты? Ладно, пойдем. Скотобаза такая. Слышь, дай пройду. Так я не пойму, на нее смотреть или не смотреть. Закрывай. Не закрывай. Пошли! Идешь? Ты где? Кукля! Че это? Ты где, скотобаза? Иди сюда! Что-то свет где-то щелкает. Ну окей. Опа! Пойдем туда. Она может нас ведет выключателем куда-то. Точно! Где ты? Ага, пошли! Пойдем, 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 пойдем! Я отвечаю, надо в дырку отвезти. Пошли, отведу тебя в дырку. Пойдем. Идешь, нет? Да ты где? Эй! Эй! Да блядь, да откуда ты взялась-то? А что с тобой надо сделать? Скажи-ка мне, пожалуйста. Не, ну как я понимаю, реально уже, я не перестаю это повторять, их надо всех отвезти туда, наверное, в подвал, в дырку. Типа Эмили там сидит в подвале, она хочет с ними поиграть, но без проблем. Вообще прям не обломаюсь, отведу. Пойдем. Закрывай. Во. Ага. Иди сюда. Где ты, скотина? Где она, блядь? Слышь? Так, ну это уползла. Осталось эту скотину найти. Где она? Где? Она свет выключает. Опа, спасибо. Да где ж ты? Пойдем. Пошли. Идешь, нет? Эй. Пошли, говорю, за мной. Давай, топай. Оп, оп. Сука! Срулил куда-то, падла. Ой. Пойдем, 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 пойдем. Пошли, отведу тебя. Ну, пошли, погнали. Ну, где ты, бледорезина? Иди сюда. Во, все, пойдем. Оп, оп. Оп, оп. Ах ты, какая быстрая, слышь. Что делаешь-то, ну? О, пошли. Пойдем. Пошли, говорю! А что свет не горит? Да ну где ты? А, вон она уже. А, так я фонарь выключил. Во! Ушла! И чё? Ну упала ты! Чё дальше? Меня не было в подвале, ты вообще что ли перепутала? Нет! Нет, нет! Не работает эта приколюха, я не знаю.
Я загнал ее, спустился, вот как видели, вместе с ней, и все равно эта бабища взяла меня и убила. Ну да ладно, короче, хороший, вообще стоящий инди-хор, он стоит, по-моему, 120, что ли, рублей, 130 в стиме. В принципе, неплохо, если разобраться, что здесь надо делать, вообще огонь будет. Ссылка на плейлист будет в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, всем до следующей серии, может быть, кстати, объясните, что делать, или в следующих инди-хорах. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.